он про спортсменов. Ну, вот, понятно, хорошо обсуждать спортсмена с его достижениями, со спортсменами, с наградами, но этих тренеров уже, опять же, этих спортсменов кто-то воспитывает. У нас ни одного почетного нет, ни учителя, ни работников производства, их никто не выдвигает, ни предприятия, ни комитет образования, ни та же самая администрация. Ну, вот спортсмены, спортсмены, спортсмены. Такое ощущение, что у нас город тренеров и спортсменов. Это раз. А во-вторых, я все-таки считаю, что нужно уже менять положение о почетных гражданах, потому что мы уже превращаемся в второй пенсионный фонд. Потому что я сейчас, я вам 100% говорю, мы сейчас отменим компенсационные выплаты, и желающих у нас отпадут на раз. Потому что я считаю, что все-таки должны принимать решение по почетным не небольшое большинство депутатов, которые по некоторых первый раз в жизни видят. Да, вот я в частности, я понятно, я в спортшколе это занимался, этого человека знаю. Кто-то его не знает вообще. Выходит родственник там или сотрудник или представитель какой-то организации, что-то нам рассказывает. Но опять же, еще раз говорю, понятно, что мы здесь представляем общественность, каждый в своем округе, но я все-таки считаю, что эта вещь такая достаточно серьезная, это не утверждение бюджета с его поправками и добавлениями, да, это на всю жизнь, как говорится, да, и убрать мы это не можем. Я считаю, что должны принимать все-таки жители города Балаково путем какого-то референдума или голосования по организации, как может продумать путем интернет-ресурсов или как-то, и потом уже это будет на совет депутатов выноситься. Положение пересмотреть, дополнить его, да, и, наверное, депутаты будут поступать какие-то свои предложения, да, может быть, критерии какие-то еще добавили. Но, мне кажется, логично было бы, наверное, да, это как предложение. Но я думаю, что это, наверное, следующий год. Вот, положение надо будет посмотреть, создать рабочую группу по этому поводу. И вот мое как предложение видеть ситуацию, да, все-таки почетного гражданина должны принимать там не ежемесячно, да, ежеквартально, чтобы это было связано с днем города, почетный гражданин города, один раз в году, и пусть номинантов будет несколько, пусть подают инициативные группы, там, да, учителей, там, трудовые коллективы. И по итогам, вот из 10 там, или сколько будет номинантов, выбрать одного самого достойного.